Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов XMR. Индикатор для бинарных опционов XMR является инструментом, который построен на возврате к экстремальному среднему значению. Алгоритм индикатора основан на сканировании предыдущего движения цены, благодаря чему можно получить сигналы о потенциальных уровнях перекупленности или перепроданности на рынке. Также у индикатора есть дополнительный модуль, который генерирует сигналы на графике для более понятных точек входа в сделку. Обратите внимание, что индикатор XMR является платным и стоит $49.99. Но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Индикатор XMR устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно прочитать в статье на нашем сайте или посмотреть в обучающем видео. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Обзор и настройки индикатора XMR для бинарных опционов. Как уже упоминалось в начале статьи, данный индикатор делится на два инструмента. Это гистограмма и стрелки. Далее давайте рассмотрим каждый из них более подробно. Гистограмма индикатора XMR расположена в отдельной нижней панели графика и отображается с диапазонами от минус 5 до плюс 5. Диапазон плюс 5 считается крайней перекупленностью, а минус 5 – крайней перепроданностью. Инструмент был создан с учетом той концепции, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. То есть, если гистограмма находится на значениях плюс 3 и выше, то это говорит о сильной перекупленности. Если минус 3 и ниже, то это говорит о сильной перепроданности и стоит ожидать разворота в ближайшее время. Настройки индикатора XMR изначально являются сбалансированными, но при желании их можно поменять. Для того, чтобы гистограмма генерировала другие значения, менять стоит параметры переменных от Lookback 1 до Lookback 5. Также можно подключить алерты, оповещения. Стрелки индикатора XMR. Этот индикатор генерирует сигналы, которые работают в связке с гистограммой. Алгоритм работы этого инструмента точно такой же, как и у гистограммы, но дополнительно он использует индикатор RSI. Также в настройках можно включить алерты, чтобы получать уведомления о сигналах. Иногда вместе со стрелками на графике можно увидеть крестики. По сути, это те же самые стрелки, но в другом виде. Поэтому не важно, что появилось на графике, стрелки или крестики. И то будет сигналом для входа в сделки. Правила торговли по индикатору XMR для бинарных опционов. При торговле бинарными опционами при помощи индикатора XMR нужно обращать внимание на оба инструмента. При наблюдении за гистограммой стоит обращать внимание на столбцы, где синие показывают перекупленность, а красные – перепроданность. Значения минус 2 и плюс 2 мы не используем, так как это очень слабые зоны. Более сильными считаются значения от минус 3 до минус 4 или от плюс 3 до плюс 4. Когда цена достигает минус 3 или плюс 3, можно рассматривать покупку опционов. Значения минус 5 и плюс 5 встречаются очень редко, но они являются наиболее сильными уровнями. Лучшим вариантом сигналов для покупки опционов будет использование как положительных, так и отрицательных значений 4 и 5. При наблюдении за стрелочками обращайте внимание на то, что одна стрелка не указывает на покупку опциона. Минимальное необходимое количество стрелочек – 2. Лучший вариант – 4-5 стрелочек. Исходя из вышеописанного, для покупки опциона в колл нужно, чтобы 1. Гистограмма была красного цвета и находилась на значении минус 4 или минус 5. 2. Появилась от 2 и более стрелочек или крестиков синего цвета. Можно, чтобы были и крестики, и стрелочки вместе. Для покупки опционов PUT нужно, чтобы 1. Гистограмма была синего цвета и находилась на значении плюс 4 или плюс 5. 2.
появилось от двух и более стрелочек или крестиков красного цвета. Можно, чтобы были и крестики, и стрелочки вместе. Обратите внимание на ситуацию на графике. Есть два сигнала на покупку опциона PUT. И на третьем сигнале гистограмма достигает значения перекупленности плюс 4. Можно покупать опцион PUT. И обратная ситуация. Только мы видим уже три сигнала на покупку опциона call. И на четвертом сигнале гистограмма достигает значения перепроданности минус 4. В такой ситуации можно покупать опцион call. Таймфрейм в этом индикаторе можно использовать любой, а экспирация должна составлять 2 свечи. А сейчас на реальном примере давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией 2 свечи. Заключение. Индикатор XMR можно назвать торговой системой, которая является самодостаточной и позволяет начать торговать бинарными опционами без использования дополнительных инструментов. Но, несмотря на это, обязательно проверьте ее в работе на демо-счету, а также изучите ее на истории и через тестер, и только после этого начинайте ее использование на реальном счету. И самое главное, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на наш канал WIN Option Signals, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые интересные образовательные видеообзоры, а также новости из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!